я все возьму. Встречаемся через полчаса на вокзале, около входа. Да, давно мы, Томас, не вбирались на... Слышали? Просыпайся давай, приехали. О, Томас, познакомься, это мой дядя Эдвард. Все, с меня хватит. Мы тут уже больше 3 часов сидим. Оля, приди в себя, слышишь? Оля, приди в себя, смотри на меня. Ну-ка, приди в себя. О, кажись, журнальчик. Что на дороге? Томас, Томас! Твою мать, Оля, стреляй, стреляй по нему! Черт возьми, что это было? Да, иду. Привет, Томас. Как жизнь, друг? Когда это мы с тобой стали друзьями? Так, вчера буквально. Что пришел-то? Ну, ты помнишь, обещал мне после инструктажа, мы с тобой выпьем и поговорим по душам. Я ничего не обещал, я сказал, что подумаю. Ну, Томми... Могу поговорить, но пить не буду. И что еще за Томми? Мы с тобой знакомы буквально день. Ой, точно. Прости, просто мне показалось, что мы с тобой уже давно знакомы. Мне что-то еще этот сон стрёмный приснился. Про монстра какого-то. Я чуть не обмочился в кровати. Сон про монстра? Да, там вообще экшен, блокбастер был какой-то. Прогуляемся? Куда? Ну, походим по базе, поговорим. Ну, давай. Можешь более подробно рассказать про тот сон? Что тебе конкретно снилось? А чё тебя вдруг это так заинтересовало-то? Мне просто тоже приснилось что-то похожее. Оттуда интерес. Я понял. Ну, смотри, расскажу тебе хронологию событий. Короче, прохожу я к себе, достаю 3 стопочки водки по моей выписке и начинаю забивать проблемы. Давай ближе к делу. Ну ладно. Ну, меня вырубило, короче. После этого я и начал видеть странный сон. Там я выглядел как-то иначе. И у меня был старинный друг Томас. Я его называл ласково Томми. Вот совпадение, не правда ли? Он еще на тебя очень похож был. Это какой-то бред. Такого просто не может быть. Что не может быть? Расскажи что-то про тот сон конкретно. Ну, у меня был дядя, Эдвардом звали. В этом сне он куда-то пропал. После этого какие-то монстры начали нападать на нас с Томасом. Потом я провалился в подвал в одном из домов. И когда мы его исследовали, мы нашли там монстра в клетке. Но он выбрался и напал на нас, после этого сон оборвался. Черт возьми. Что? Мне приснилось то же самое. Серьезно? Может, мы с тобой дальние родственники? Маловероятно, но я все равно не понимаю, почему нам приснились одинаковые сны. Похоже, это судьба, друг мой. Я не верю в судьбу. Ну, это по-любому-то что-то значит. Мне кажется, я перенервничал сильно. Считай, первый день все дела. Просто обычное совпадение, не более. Могу предложить тебе алкоголикею. Но эта крупица мудрости стоит 3 посиделочки со мной. Я, пожалуй, откажусь. Ну, Томас, смотри, нервы не восстанавливаются, а печень еще как. Задумайся. Все равно нет. Эй, чего вы тут разгуливаете посреди ночи? Решили выйти поговорить. Откуда выйти? Я вас первый раз тут вижу. Мы буквально вчера прибыли сюда. А, вы теряженные, что ли? Сразу и не узнал. Так о чем вы тут разговариваете? О моей новой терапии, называется алкоголикия. Первый раз слышу о такой терапии. Что она из себя представляет? Так, давайте вернемся к теме. Что вы от нас хотели и как вас зовут? Ой, я Михаил. Для друзей Михалыч. Работаю тут сторожем. Сейчас шел
в отдел кадров, чтобы они мне прислали инженера. А то у меня генератор полетел. Я могу помочь вам с генератором. Правда? Спасибо тебе большое. А то эти бюрократы прислали бы кого-то только через 5 дней. Ну тогда давайте посмотрим, что у вас там с генератором. Оля, ты к себе пойдешь или как? Я с вами пойду. Поговорю с Михалычем про мою секретную терапию. О, я бы послушал про нее. Ладно, пойдемте за мной. Кстати, почему выбрали именно станцию Элизея? Ну, я выбрал ее из-за большого дохода, который можно получить за год работы. Я выбрал ее в большей степени из-за денег, а для того, чтобы найти новых друзей и знакомых. Плюс мне захотелось посмотреть на мир. То я целыми днями дома сидел. Захотел мир увидеть. Интересно, интересно. Так, вот мы и добрались до моей лачуги. Ну, у вас и хоромы, конечно. Вы видели, какие нас поселили? Видел. И врагу такого не пожелаешь. Ха. Ну ничего. Когда тут долго поработаете, вас переселят на основную станцию, которая находится внутри горы. Да, нам сказали, что мы пойдем в Основнобог через 5 дней. Где этот Основнобог вообще находится? Вот видите это сооружение? Там находится вход в зону А. Через нее проходите и попадаете в основной корпус Б. Скорее всего, вас поведут туда. Понял, спасибо. Так, где у вас пациент? Вот смотри, слева пристройка. Дверь открываешь, и прям сразу будет генератор. Так, ладно, пойду до генератора смотрю. Ты что будешь делать, Оля? Я останусь с Михалычем. Нужно обсудить важные темы. Да. Ну ладно. Пойдем, Михалыч. Конечно, сельпо тут знатное. Кто ставит-то генератор? Какой-то дряхлой металлической пристройки. Конечно, он пристрой выйдет. Так, и что же с тобой произошло, друже? Так, ну, судя по его состоянию, он, скорее всего, замерз. Кто-то масло забыл подливать в него. Как можно вообще относиться к вещам? Не понимаю таких людей. Не понимаю. Так, а где тут вообще масло? А, вот оно. Так, ну, должно, в принципе, сейчас заработать. Если нет, то придется разбирать его. Не хотелось бы, конечно. Ну, давай, давай! Родимый, запускайся! Я не хочу тут всю ночь торчать! Чёртова жестянка! А, спасибо. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Это что у вас происходит? О, Томас, присоединяйся. Не морозь меня. Какого черта вы тут делаете? Моего коня. Нюхаем жизнь. В моем случае проходим специальную терапию. Давай, наливай еще по одной. Давай, за Томаса. За Томаса. Прекращайте уже. Томас, ты генератор-то починил? Ну конечно починил. Что за дурацкий вопрос? Сам дурак! Будешь так говорить, баню не пущу! Михалыч, у тебя банька что ли есть? Конечно! Ты что спрашиваешь? Твоя личная баня!
Здесь она много лет стоит, знаешь ли. Я понимаю. Мне пришлось через многое пройти, чтобы выпросить разрешение на ее строительство. Слых, Михалыч, погнали в нее. С меня еще одна бутыль. Ох, я только за. Томас, ты пойдешь? Делать мне больше нечего, чем с двумя мужиками в баню ходить. Ты у нас стесняшка, Томас. Так бы сразу и сказал. Тут на самом деле стыдиться нечего. Природа иногда бывает несправедлива. Да при чем тут это вообще? Ой-ой-ой-ой-ой, смотрю, кто-то засмущался. Ладно, ладно, пойду я сам в эту чертову баню. Во, вот и замечательно. Тогда не будем коровить нитки мять, сразу выдвигаемся. Погнали, Томас. Вот так сразу? Ну, а чё тянуть-то? Заодно поговорим по душам. Ну, погнали. Михалыч, а ты знаешь, что мой батя с французами воевал в 19 веке? Ого, а мой в русско-шведской войне участвовал в 1142 году. Ни хрена себе! Долгожитель, что ли? А хрен его знает, он закопан в безымянной могиле на стене. Мартяне под двумя пальмами. Вы чё-то вообще несёте? Томас... Тебе не понять всю прелесть мужских ценностей. А где твои воевали, Томас? А черт с вами, подыграю. Мой флаг на Рейхстаге поставил. Ничего себе. Ничего себе. Ну ты брутальный, конечно, чебупель. Михалыч, ты хочешь сказать, что его батя круче наших? Наши, ваши, тут без разницы. Один хер торчит. Так вот мы и добрались до моей... Курской сверхглубокой. О, слушай, Михалыч, не буду, конечно, вдаваться в нижнее белье, но почему именно сверхглубокое? История умалчивает. Ну, ладно. Ты чё так пелишься на меня? Да завидую твоим кубикам. У меня-то вон хинкалина одна. Ну, кого-то природа точно обделила. Да и не в природе дело. Я просто дома сидел целыми днями. Вот так и получилось. А почему ты дома сидел? Да, Томас, жена у меня была. Всё отобрала. Вон, одни кости оставила. Поэтому сюда и приехал, так сказать. Почему расстались? Стасика нашла. Что за Стасик? Длинная история, но если хочешь, могу рассказать. Да, да, интересно будет послушать. Ой, ну ладно, ладно, хрен с вами. Приезжаю я как-то с командировки, с Дальнего Урала. Отправили для зондирования почвы, скажем так. Прихожу домой, а дом уже и не мой. Захожу в комнату, а там Стасик этот чертов, с моей. Ну я и не выдержал, достал ружье на медведя, и как выстрелил солью ему в жопу, он сразу и в окно тёр удал. Ой. А на следующий день узнал, что он сын прокурора. Ну, вот и пришлось быстро действовать. Вот так я и оказался вместе с вами. Ничего себе у тебя история, конечно. Как это трогательно. А ты, Михалыч, как тут оказался? Не ветром же придуло?
Ну, конечно, ветром не придуло, но на воздушном шаре затянуло. В каком это смысле? Ого. Ну, я любитель был полетать на шарах. Построил большой воздушный шар, сел на него в Воронеже и унесло меня на Камчатку. Приземлился тут, выхожу, а меня вяжут. Доставляют главному и предлагают работу. Ну, я согласился. Все равно заняться нечем было не было. Теперь тут сижу, жары в бане гоняю. Ну, история у вас, конечно. А что насчет тебя, Томас? Ты тут какими судьбами? Да, у меня все просто. Отправился сюда на заработки. У них было лучшее предложение из всех. И платят достойно. Понятненько. Ну не удивил ты нас, Томас. Какой-то ты обычный. Томас, фу. Обычный Томас, фу. И чего там такого? Это так в шутку сказал. Не обижайся, Томас. Так, о чем еще поговорим? Тут как-то жарко, что у меня ж все вспотело и набухло. То же самое, друг мой. Еще пару минут, и можно выходить нырять. Куда нырять? Куда-куда? Берлинское море! Не, я, пожалуй, откажусь. Ты чего, ты, Томас? Заднюю даешь. Сейчас выйдем нормально и скупнемся. Да я там окоченею, мне снега хватит, знаете ли. Так, для крепости духа тебе, Томас, надо принять постриг. Че? Да. Откуда ты только это достал? Тебе лучше не знать. Михалыч, может, уже хватит пялиться на мой тополь-М? И это ты называешь тополем? Не суди ракету по каркасу. Только когда ракета выпущена из спусковой шахты, тогда и только раскрывается ее истинный потенциал. Ладно, ладно, понял я. Давай наливай уже. Погнали! Ай, черт, меня бери! Башка раскалывается. Тарата, ёпарасоте! Пить меньше надо. А то ты заливал как не в себя. Я тебе говорил, что надо по чуть-чуть. Да ты задрал уже, заткнись! Башка болит от тебя уже. Вот он, девственник в распитии спиртного. Иди говори, Михалыч. Ой, твою-то мать. Мне никогда не было так херово, как сейчас. Больше не буду пить. Слышите, сволочи, больше не буду. А куда ты денешься, Томас? Будешь как миленький. Да иди ты! Давайте песенку какую-нибудь запоем. То что-то скучно-то мне. Я не против, бро. Какую петь будем? Давай нашу, про коня. А давай. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю твоем. Мы пойдем с конем по полю твоем. Ночью в поле звезда благодать, в поле никого не видать, только мы с бухлом по полю идем, только мы с бухлом по полю идем. Сяду я верхом на бутыль. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему. И чем вы тут занимаетесь? Ой, шутер, парни, текаем. А ну стоять! Поздно, Оливер. Все, приплыли, блядь. Приплыли.
Какого у вас тут происходит? Вы почему все пьяные? Я тут ни при чем, это вот, все они. Да ты тоже в стельку, какого черта вообще? Вы знаете, что вам за это будет? Михалыч, ты-то куда? Ну простите, не удержался, молясь. Да какой тут молясь? От вас за километр разит перегаром. А ну быстро за мной пошли!